У природы нет плохой погоды, а нынешняя еще и порадует самарцев ранней весной. Это весьма кстати, учитывая, что времени на подготовку города к юбилейному Дню Победы будет больше. Раньше, чем в прошлые годы, начнется и месячник по благоустройству. Сегодня губернатор Дмитрий Азаров поручил всем муниципалитетам разработать план-график проведения уборки территорий. На оперативном совещании в мэрии глава Самары Елена Лапушкина обозначила задачу перед руководителями районов. Поступило поручение губернатора, если позволите, я вам его зачитаю. Составить план-график уборочных мероприятий и предоставить губернатору. То есть мы с вами в этом году с месячником по благоустройству стартуем несколько раньше. Олег Владимирович, включайтесь, план-график вместе с районами составляйте. Фактически работы по уборке города уже начались. В частности, сегодня главы районов отчитались, как прошла кампания по ликвидации снега и наледи. Большинство управляющих компаний ЖКХ борьбу с обледенением провели успешно. Важно, чтобы все городские службы не допускали чрезвычайных происшествий, таких, как было на прошлой неделе с трамваем 20-го маршрута. Сегодня была озвучена предварительная версия. Водитель забыл поставить машину на ручной тормоз и покинул ее. Точная информация будет озвучена в ближайшее время. По данному случаю назначена проверка из числа сотрудников ПТУ. Дополнительно к этой проверке подключен департамент транспорта в лице заместителя руководителя предварительной выводы. Есть, но в качестве водителя, который допустил это опытный, 51 год, 16 лет стажа, первый класс, поэтому дополнительно проведем меры при привлеченных к ответственности. Как вы в дальнейшем будете избегать подобных ситуаций? Какие планы работ? Представьте мне тогда в среду на оперативном совещании. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События.